Поздравляю с победой. Как сегодня игру комментируете? Результат позитивный, как Да, шла? я сегодня не только рад, что мы выиграли, потому что эта победа нам была нужна, но и качеством игры я доволен, потому что мы играли солидно, защищались так, как мы приготовили свои защиты перед игрой. И, ну, конечно, всегда бывают маленькие какие-то такие неполадки, но по большому счету мы играли так, как мы приготовились. Я очень рад, что мы опять вернулись на нужный уровень, так как последний месяц у нас было много травм, мы не играли по три, по четыре игрока. И в данный момент мы как бы возвращаемся все. Не хватало нам Кристапса Яничонокса, но другие ребята сегодня сделали работу за него. И думаю, что плей-офф он потянется. И как оцениваете шансы на ББЛ плей-офф и ситуацию там, как могли Ну, в комментировать? первую очередь хотелось бы занять первое место в регулярном чемпионате, потому что еще осталась одна игра Шевлей. И Шевлей будет играть агрессивно, но мы имеем домашнее преимущество, но и Шевлей эта игра решает, они попадают и в четверку или не попадают, они будут настроены очень агрессивно. Ну и потом идет маленький плей-офф перед четверкой, и мы надеемся его выиграть и участвовать в финальной четверке. Спасибо, Таня.